Буланова. Доброго дня! Всем рыбакам, да. Хорошей рыбалки! Ну да, лед не толстый уже. Да, вот только я обрадовался, что рыбаков нету. Вон идут. Первая рыбешка. Ну вот из всей толпы я первый поймал. Ну таскает одну за другой. За мной пьют водку, наверное, отмечают окончание зимнего рыболовного сезона. Один из них даже не поленился, сходил туда куда-то на берег, в общем, и принес литр водки. Но я думаю, что для такой толпы, наверное, литр мало будет. И рыбу не надо искать, она и так здесь стоит. Куда еще будет? Осторожно. Да, говорят, с каких сторон? Там на бурю там открывается, видишь? Это урожай. Должна быть четвертый. Ну, ну она что? Итак, друзья, мы заканчиваем сезон зимней рыбалки. Вот так. Та-дам! Да. Я думаю, вполне достойный улов. У нас получилось примерно по ощущениям килограмм 5. Вот в основном это сапа и вот здесь 3 берша. Вот, в остальном я думаю, что я надеюсь, что каждый из вас тоже получил массу удовольствия от этого сезона, от этого зимнего сезона. Рыбачил честно, относился с уважением к окружающей среде, природе. Получал массу удовольствия от своего занятия, повторяюсь. И теперь, наверное, уже встретимся на открытой воде. Всем пока!